Здесь у меня 400 грамм сметаны, 15% жирности. Добавляем 1/2 чайной ложки соды. Перемешиваем. Далее добавляем 1 столовую ложку сахара. Перемешиваем. И добавляем 3 яйца. Далее добавляем щепотку соли и муку. Здесь у меня 400 грамм муки, но всю добавлять не буду, будем смотреть по консистенции. Должна получиться вот такая консистенция. Чуть гуще, чем на оладье. В итоге у меня ушло примерно где-то 350-370 грамм муки. В разогретое масло опускаем наши пончики. Смачиваем ложку маслом, чтобы тесто у нас так с двух сторон до золотистой корочки, до готовности. Переворачиваем. Пекутся достаточно быстро. Жарятся. Жарим на огне ниже среднего. Чтобы они успели у вас приготовиться. Выкладываем пончики на застеленную салфетками тарелку, чтобы стекло лишнее масло. Вот такие они получаются, мягкие, воздушные. Так, и вторая партия. Пончики готовы. Смотрите, какие они красивые. Пышные, воздушные. Я их полила медом. Можно посыпать сахарной пудрой. В общем, вот такая красота. Сейчас покажу, какие они внутри. Вот этот горячий. Давайте возьмем все горячие. О, смотрите, какая вкуснота. Вот такие пончики. Быстро прям делаются, очень быстро, без замеса теста, не надо ничего вымешивать, быстро тесто сделал и пожарил вот такую вкусноту к чаю с медом. С медом они особенно вкусные.